В одном из номеров журнала, изданного в Латвийской Республике, были включены фотографии некоторых городов Армении. Рекламные фотографии, которые сделают страну более привлекательной для туристов из-за рубежа. Также были представлены некоторые фотографии столицы Азербайджана, Баку. Интересно, что эти изображения представлены из армянской столицы, Ереван. Также на обложке журнала были помещены пламенные башни, которые расположены в Азербайджане, конкретно в Баку. Это один из символов столицы Азербайджана. Вот таким образом Армения пытается заманить туристов к себе, вот такими фальшивками. Мы уже знаем, что еда, песни азербайджанские, азербайджанские культурные памятники, обычаи, традиции представляются как их армянами. Они это все присваивают. По сути, презентация пламенных башен, одного из символов Баку в латвийском журнале для читателей столицы Армении, Ереван, привела к серьезной реакции пользователей в соцсетях. Пытаясь рекламировать свою страну через символы столицы Азербайджана Баку, Армения в очередной раз попала в смешную ситуацию и снова стала предметом насмешек. Однако есть люди, которые в силу своих небольших финансовых возможностей или вот поверившие вот в такие фальшивки, все же приезжают посмотреть на достопримечательности в Ереван. И что же они видят на самом деле? Какие красоты? Я, если честно, в шоке вообще от этого мусора, от количества мусора. Причем урна стоит полупустая, но при этом около урны мусора больше, чем самой урне. И так почти по всему городу. Да, в цветах, которые полили недавно. Мусор, коробки валяются какие-то. Самое обидное, что здесь, конечно, это не центр, это пригород считается, но в центре вообще такая же история.